Just mafia.
Да, 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 да. Я уже не знаю, что это.
fără patrie. Aba asta, Miller, dacă nu faci de așa. Так будет, к сожалению, всегда.
така полифик или научи се бороться за... за права людей. Здесь мафия!
Сос мафия! Они просто выглядели. Сос мафия! Сос мафия! Это шикарно. Сос мафия! Показовка с провокатором. Это то, что на котельне лежит в массе. Это Нино Фаши Дебролуна долго. Сос мафия! 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 Одни называют одних мафия, другие называют других мафия. Нет, про топливо они сказали в самом начале. Был вот единственный плакат, в котором написано «Жост прессор», и на этом все закончилось, к сожалению. То есть, как и предполагалось, все превратится просто в политическую фарс. И это еще раз просто доказывает, что митинги, которые делаются против того, что касается всего населения, нужно делать населением, а не нужно делать партиями. Вон, дом украшен. Кашу, как всегда, рядом, но заходить не хочет. На всякий случай, чтобы не вышла из брака и потусовка. Очень много полиции. Ну, опять же, повторюсь, это все превратилось просто в цирк. Потому что кроме жест мафии больше никаких лозунгов не дается. Я не понял, честно говоря, почему я пришел. Нас обвиняли в том, что мы хотим слить акции протеста. Вот говорили, что мы хотим слить акцию протеста по повышению топлива. И я пришел просто, чтобы реально посмотреть, на что предлагают те, которые меня в чем-то обвиняли. Пришел, к их великому удивлению оказалось, что 90% людей, которые их пришли поддерживать, они мы с ними знакомы очень давно, и половина депутатов также являются моими. Они близкими друзьями, хорошими знакомыми, с которыми мы договорились провести несколько манифестаций в будущем, но без политического аспекта и окраса. В общем, все заканчивается. На самом деле ни к чему это не привело. Завтра по телевидению одни покажут, как они кричали «Жост мафия», вторые покажут, как они кричали «Жост моя Сандра и Настасья делают альянс». А люди будут продолжать дальше покупать бензин налей дороже, чем он должен быть стоить, и покупать картошку, которая стоит дороже. И такие вот действия, они лишь на самом деле разъединяют людей, они объединяют, к сожалению. Yeah.
одних колонках погромче, чем у других. Жалко полицейских стоят на солнце в шлемах. Кстати, впервые вижу полицейского в очках. Не знаю, уже, наверное, стало бы убит, но... Все, пока продолжается. Акум задекларировал просто сделал декларацию. Целую декларацию о повышении топлива. Журналисты пытаются взять Галию Анастасию. К сожалению, политики вместо того, чтобы думать, как создавать парламент, как убежать досрочных выборов, как убежать опять расходов, стоят, снимают лайфы, думают. Из-за такого лайфа мы им платим 10 тысяч рублей в месяц. Не знаю, кто людей готовы платить, но вот этот лайф стоит 10 тысяч рублей. Вот это люди, которые пришли поддержать пас. 30 человек. Ну, к сожалению, вместо того, чтобы политики занимались политикой, а гражданское общество занималось. Нет, кто-то звонит постоянно. Мы имеем то, что имеем. Думаю, что мы голосуем за парламент. Я думал, что эти люди, когда попадут в парламент, они будут заниматься какими-то проблемами в парламенте, пытаться их решать. К сожалению, они продолжают. Что и делали, митинги, акции, протесты, на этом все заканчивается. Я смотрю!